Привет всем, это Серафима Морозова. Я бы хотела опять дополнить немножечко про голодание. Вот сейчас вот я звонила Венере, она сегодня пятый день, я четвертый день, и я ей говорю, как себя чувствуешь? Она думала, вы сегодня выходить. Она говорит, я себя так хорошо чувствую, что если так будет, то я готова проголодать и 14, и даже 21 день. Почему бы и нет? И вот на голодании, когда вот этот первый цикл пройдешь, правильно войдешь, что ты себя так легко и хорошо чувствуешь, что если не делать резких движений, не наклоняться резко, не поднимать что-то тяжелое, не бежать куда-то, то ты даже не замечаешь. Конечно, мозг тебя трахает, он все время хочет есть, 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 но его можно всегда отвлечь, он очень хорошо отвлекается. А так голодать легко, если правильно войти и все правильно делать. Ну и тут еще, конечно, самое сложное – это правильно выйти, но об этом мы поговорим потом, когда мы будем выходить, пока мы только четвертый день. Но это тоже хорошо. Спасибо.